Антибиотики изобрели почти 100 лет назад, чтобы спасать жизни и бороться со смертельно опасными заболеваниями. А сегодня встречаются две крайности. Не принимать их вообще или употреблять даже без особых причин. И половина россиян так и поступает. Но серьезные лекарства нужно принимать только по назначению врача в тех ситуациях, когда без них не обойтись. И бояться не нужно. Современные антибиотики – препараты по-настоящему эффективные и качественные. Компания Винофарм Групп приобрела у доктора Рейдис права на два популярных бренда антибиотиков. Портфель включает в себя различные лекарственные формы препаратов, такие как таблетки, инфузионные растворы и глазные капли. Самое главное, это то, что эти два продукта усиливают нашу лидерскую позицию в сегменте антибиотиков. Мы и сегодня, в общем-то, лидеры по объему производства антибиотиков в России, но представлены в основном в сегментах госпитальных, тендерных и так далее. Поэтому для нас покупка двух таких сильных и очень известных брендов – это важный выход на территорию розничной. Сделку усиливает позиции компании не только на российском, но и на международном рынках. Также Бинофарм Групп будет продавать эти антибиотики в Узбекистане и Республике Беларусь. Эти сильные бренды широко известны миллионам потребителей и пользуются высоким спросом в своих сегментах рынка. Мы сейчас начинаем долгую процедуру локализации. По результатам этой процедуры, это через несколько месяцев, а может быть даже через год, мы производство этих препаратов из Индии перенесем прямо сюда, в Россию. И это будет доступнее, это будет ближе к потребителю. Бинофарм Групп, входящая в АФК-систему, одна из крупнейших российских фармацевтических компаний, объединяющая крупные производственные площадки в разных регионах России. Суммарно предприятие производит препараты более 200 фармакологических групп в разных формах и обладают одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей. Более 450 регистрационных удостоверений.